Праздник для таких маленьких димитровградцев в Меридиане организовали впервые. Заметим, кафе открылось совсем недавно, но уже успело зарекомендовать себя, причем с положительной стороны. И вот просто без всякого повода здесь устроили праздник для воспитанников детского дома. Ребята оценили все угощения, но особенно мальчишкам и девчонкам понравились сладости. На празднике мне понравились игры, угощения и пираты. На праздник пригласили пиратов, которые придумали и провели с ребятишками различные конкурсы. Дети и на мечах прыгали, и в мешках бегали. Дарить праздник для детей – это задача нас, взрослых. Но так как эти дети лишены такого внимания, кафе «Меридиан» организовало праздник для ребят из детского дома «Планета». Подготовили подарки для детей и другие предприниматели. Строительная компания «Максим Групп ЛТД» дарит детскому дому «Планета» телевизор и спортивный инвентарь. Растите здоровыми и образованными. Магазин «Удачные цели» решили от себя тоже сделать вам подарок. Мы дарим вам одежду. Надеюсь, это все вам подойдет, понравится. Так что не ищите поводов. В кафе «Меридиан» даже самый будний день можно сделать ярким. Можно отметить любое торжество и организовать праздник как для взрослых, так и для детей. Адрес: проспект Автостроителей, 50. Юлия Лаптева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.